Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Ирина Ткачук, компания МД Аудит. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Давайте подробнее о компании. Чем вы занимаетесь? Мы российская компания. Изначально компания МД Аудит — это компания, разработчик IT-решений. Ну, сейчас так сложилось, что в большей степени мы делаем IT-решения именно для ритейла. И здесь ритейл разнообразный, и фэшн, и фуд сфера представлена. Ну, в общем, где-то 90% разработок мы делаем для ритейла. Но также нашими услугами пользуются и производственная сфера, и банковская сфера. То есть можно сказать, что мы готовы предоставлять универсальные IT-решения и разработки для всех желающих клиентов. Замечательно. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть продукты? Ну, конечно, так как мы, я уже заявила, что мы IT-разработчик, мы исполняем любые желания и пожелания наших клиентов, то есть любой продукт, он кастомизированный с точки зрения заказа клиента. Да? Дополнительно у нас существуют готовые продукты, и один из таких продуктов, уже достаточно зарекомендовавший себя на рынке ритейлеров, это система МД Аудит, одноименная нашей компании. Если сказать простым языком, то это облачный сервис, который направлен для проведения операционных аудитов у ритейлеров. Все, что связано с контролем качества через известные всем инструменты, но уже электронные, чек-листы, опросы, фотоотчеты и так далее. То есть это некий инструмент, помощник для любого руководителя, для директора магазина, для менеджеров среднего звена, который помогает контролировать качество операционных стандартов и бизнес-процессов, которые у ритейлера приняты в компании. А как мы знаем, что если качество на высоте, то это, безусловно, конкурентные преимущества. Поэтому мы можем с уверенностью заявить, что мы помогаем конкурировать в сфере ритейла всем нашим заказчикам и быть на передовой, быть лучше всех. На передовой — хорошее слово. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах, надеждах, может быть, на вот ближайшее время. Оно не очень простое, но, я так понимаю, все-таки есть какой-то, наверное, вектор развития. Да, мы, безусловно, всегда смотрим в будущее и никогда не останавливаемся на достигнутом. Сейчас один из наших планов, таких долгосрочных, это развитие нового продукта, который, на наш взгляд, очень востребован в связи с тем, что наши заказчики, которые заказывают у нас разработки и покупают наш софт, обращаются к нам еще с консультационными вопросами, потому что видят в нас экспертов. Конечно, мы эксперты, мы уже более 7 лет работаем на рынке ритейла, и в нашей команде много специалистов разного, скажем так, из разных направлений, и маркетологи, и руководители операционной деятельности, бизнес-консультанты. И мы уже готовы помогать нашим клиентам и хотим оказывать консалтинговые услуги. Хотим, и нас просят уже об этом. Мы ранее не заявляли так открыто, что мы их уже оказываем, хотя к нам обращались уже наши клиенты, и среди них в нашем портфеле очень весомые игроки есть, которые за этой услугой обращались. Но вот сегодня, предположим, мы на выставке уже заявляем эту нашу новую услугу, наш новый продукт — консалтинговое сопровождение. Планы. Такие планы — развивать новый продукт, да, который востребован сейчас. Прекрасно. И тем самым вы поможете нашим игрокам рынка. Спасибо вам большое и удачи. Да, спасибо вам. Удачи.